Маринуем грибы. У меня шампиньоны здесь 10 штучек. Конечно, желательно, чтобы были покрупнее, но не было в магазине покрупнее. Затем мы будем их готовить на мангале. Сюда я перемалываю перец черный. Добавляю любой кетчуп, 2 ложки. И также сюда я добавляю майонеза, 2 ложки. И все это перемешиваем. И оставляем мариноваться на полчаса, на час.